Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Мы находимся на базе отдыха Витязево, где сейчас происходит российский фестиваль мини-баскет. Также в летнее время сюда приезжают детки для занятий спортом и оздоровления в поселке Витязево. Сейчас мы вам подробно расскажем про это место. Вы узнаете, какие спортивные площадки здесь есть, как отдыхают дети, как питаются и куда ездят на море. Здравствуйте, я директор базы отдыха Витязево Петр Георгиевич Карефилев. К нам приезжают дети со всей России. У нас очень много спортивных площадок есть для дзюдоистов, каратистов, футболистов и баскетболистов. Я могу вам показать нашу территорию, которая находится в поселке Витязево по улице Черноморская, 120. Вот первая площадка, мы ее сделали для мини-баскета. Вот здесь каждый год у нас приезжают дети на Всероссийский фестиваль мини-баскет. Это с конца мая до середины июля. Вот, пожалуйста, посмотрите, какая она. Здесь они играют, разминаются. Территория очень зеленая, очень много тени, очень много мест, где можно посидеть. Есть беседочки для времяпровождения детей. Можете увидеть, сколько их здесь. Как это классно, когда жизнь кипит. И такие досуговые беседочки, в которых детки размещаются. Есть розеточки, освещение, в которых можно провести какие-то совещания. И можете увидеть, сейчас происходят турниры. Как раз таки за детей активно все болеют. Это вторая площадка, где дети играют, ставят сетки, играют в волейбол. Ставим ворота, играют в футбол. Также они сделают гимнастику, разминаются. Все площадки с прорезиненным покрытием, нанесены все полностью разметки и могут вам подготовить под нужный вам спорт. Площадка для мини-баскета, сейчас на нескольких идут вообще соревнования. Площадки, видите, все с ограждениями, есть даже цифровые табло для вывода результатов. Территория лагеря самого можете увидеть вот с такими цветниками, огромным количеством роз, просто шикарно. Видите, и теневые зоны есть, и солнечные, то есть можно и там посидеть. В вечернее время здесь происходит дискотека, здесь они танцуют, веселятся, также смотрят фильмы. Мы сейчас находимся возле столовой, расписание. На входе вот такая вот сеточка, чтобы не залетал никто. Все дети, которые живут у нас на базе, они питаются за один раз. То есть мы никогда не перенакрываем. Здесь столовая именно на 500 человек. Как раз таки все количество детей приходит, за один присест поели, да. И все счастливы, довольны, пошли дальше, да, гулять по территории, заниматься спортом. Питание у нас пятиразовое детское, и оно согласовано с Роспотребнадзором. Очередная детская площадка, она больше, чем обычная. И для мини-баскета стандартная баскетбольная площадка. Посмотрите, сколько их здесь, как им здесь хорошо. Имеется два туалета здесь, прямо возле площадки, и рукомойник, чтобы они никуда не бегали. Также по территории есть дополнительные уличные туалеты и рукомойники. Помимо территории, на которой играют, видите, есть трибуны, где детям посидеть, также подключение электричества, чтобы озвучивать мероприятия, и есть уличное освещение, чтобы в вечернее время можно было также заниматься. Вот еще одна спортивная площадка. У нас приезжают каратисты, бои без правил, боксеры. Сейчас грушу будем вешать, когда вот мини-баскет заканчивается, мы повешаем здесь грушу. Также у нас есть площадка, вот стоит для воздушных гимнастов. Подвешиваются все их приспособления, да, и они здесь, да, занимаются. Вот это специально для них. У нас одна группа приезжает каждый год. Именно для них это и сделали. Территория вся огражденная. Здесь можем увидеть зону для воркаута. И по поводу инфраструктуры, рядышком с площадкой санузлы, дополнительные душевые, многомойки для того, когда детей привозят с моря. Они помыли ножки и пошли к себе в номерах. Территория полностью вся огорожена. С правой стороны мы можем увидеть, что здесь пропускной пункт, и только через него выходят и заходят все посетители, отдыхающие данной базы отдыха. Ну и территория, обратите внимание, мы сейчас находимся на затененной части, здесь произрастают сосны, это вдвойне полезный воздух, и самое важное, что стоит отметить, что мы еще находимся на берегу лимана, то есть тоже наш мелководный морской водоемчик, который делает воздух более полезным. Также можете увидеть беседки, в которых дети проводят свой досуг, пришли, поиграли, посидели, что-то перекусили, порисовали, то есть помимо занятий спортом, также продуманы и места для занятий с детьми. По всем требованиям Роспотребнадзора есть медицинский пункт и изолятор. Так вот выглядят места размещения детей. Выдается по 3 полотенца. Уборка производится каждый день. Есть отдельно чемоданы по требованию сопровождающих. Там размещаются вещи, с которыми приезжают детки. И вот так вот выглядит санузел. В целях пожарной безопасности предусмотрены отдельные места для зарядки гаджетов на длительное время.
каждом корпусе имеется видеонаблюдение. Детей возим на собственный пляж. У нас есть инструктор, есть спасатели, медпост, территория охраняется. Возим на своих автобусах. Также у нас своя есть парковка для тех людей, которые приезжают к нам на автомобилях, которые охраняются. Вот она находится при входе. Мы с вами выходим на пляж по улице Мира. Именно сюда приводят детей. У них здесь свой пляж находится. Сейчас мы его с вами посмотрим. Прям рядышком, и к ним идет своя дорожка. Здесь написано «Пляж база отдыха Витязя». Мы на детской территории. Здесь есть футбольное поле, волейбольная площадка, переодевалка и теневые навесы. И еще одна переодевалка. Туалет также имеется для детей. Есть спасательная вышка. А в тот момент, когда купаются дети на пляже, пляж отгораживается, чтобы вы не мешали нашим деткам на купании. Я всех прошу, если вот именно на детские пляжи приходите, в момент купания детей освобождайте береговую линию, потому что это очень важно именно для сохранения жизни наших детей, чтобы вы не мешали спасателям работать, и все было хорошо и комфортно. Наши песчаные пляжи – это лучшее место для проведения отдыха детей. Я считаю, что когда они сюда приезжают, дай бог, чтобы все было хорошо. Сейчас видите, что людей немного, но именно в момент, когда детей здесь нет, как сейчас, то никто не возбраняется тому, что вот эту 20-метровую зону занимали наши отдыхающие. Мы всем желаем нашего шикарного отдыха. Морочка у нас мелководная, можете видеть, как весело и хорошо здесь купаться детям. Ну и мы всем им желаем хорошего отдыха, чтобы все было классно и великолепно. Друзья, если надумали на приезд организованную группу, либо сами, то обращайтесь по номерам телефона, указанных в названии, и дай бог, чтобы все было хорошо и прекрасно у вас на Черноморском нашем побережье. Желаем, чтобы так же, как и эти люди, вы радовались, приезжали, отдыхали и наслаждались нашим морешком.